Так, здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, мы находимся в Якутии, сегодня у нас в гостях Роман Рыбкин, это настоящий Рыбкин, друзья, фамилия у него Рыбкин, он приехал из города Рошаль, Шатурского района Московской области. Он победитель розыгрыша поездка на Клевую Рыбалку, сегодня уже какой-то четвертый день, наверное, как мы рыбачим. Вот. Сегодня второй день с нами рыбачит Дмитрич. Вчера я вручил ему подарки от компании УРУ, от Моисея. В общем, все эти дни я провожу испытания вот такого эхолота. Эхолот называется Практик 8. Последняя модель, новинка. Вот. Ставил в аксессуар вот в такой вот чехольчик специальный. Вообще очень удобное. Эхолот нам всем понравился. Показывает изумительно, супер точно, определяет рыбу. Так, все это есть на сайте клеворыбалка.рф, друзья. Сразу даю такую информацию и приступаем, собственно, к рыбалке. Роман с утра поймал уже щуку и одну сорогу, да, Роман? Да. Вот. Два укусил. Сегодня мы будем здесь обедать. Обедать будем готовой едой от фирмы Чоккай Ас. На мне сапоги фирмы Каблан и фирмы Йова Шуз и одежда от Хосе. Так что поехали. Дмитричу поглёвка. Сорогин сидит. Сидит уже, куда денется. Вот на жарку, Роману на жарку. Да, такого, блин, ой, пожарить-то, конечно. Кальмар упал. И кальмара, кстати, съедают они сразу. Съедают. Вчера тоже так делали. О, Ром, да. На 50 метрах от дна кто-то есть. В сантиметрах, то есть не метрах. В сантиметрах вот так вот где-то. На такой высоте вот. Кто-то есть. Причем хороший. Прям след такой. О, щука, елки-палки. Ай-ё. Убирайте удочки. Быстрее. Сейчас все порвет. Ай, елки. Только не она. Зачем она клюнула? Что-то вот я смотрю, слишком толстая красная линия. Красная, была. Да, я тоже видел. Прям. Ой. А, погоди, Ром. Нет, я просто. Она мне оторвет ее скорее, я думаю. Я не смогу ее вытащить. Угу. Вытащи, на лим и вытаскиваешь. Не, ну на лим-то без зубов, этот-то с зубами. У меня же мормышка только там. Маленькая-маленькая мормышечка. А, ну если щука, по идее, была бы, она бы давно оторвала. Это есть, что ли-то, большой, походу. Больше похож на язи такой. Ой-ой-ой, палец чуть не задымил. Палец чуть не задымился. Сейчас подтащим второй дубль. Вот она к лунке подходит и начинает вот елозить, видишь, вот дерганая какая. Сейчас. Ой. Леска трещит в пальцах. Наши любят же там название. Леска трещит в пальцах там. Ой, Ром, подожди, это рыба, вытащи его. Давай. Полностью. Стой. Вижу. Хватай. Ушла. Не ушла она еще, она же здесь. А, нет, ушла на тебя. Ну небольшая такая, да. Ну, видишь, навык надо тебе еще уметь хватать, учиться.
Учиться и учиться еще. Да. Даже вам чудесно хватать. Вот ты ж не смотрел. Не успел, да и, блядь, на телефон смотрел. Вот, друзья, была небольшая щучка, ушла, ну не, пускай уходит, бог с ней. Ушла, дошла. Ну главное, что она мне не откусила мормышку мою. Прям это. Подмерзает прям. Я говорю, да? Ну делают, ведь знают, что это, ну, зимние палатки и. Ну что-то надо, наверное, другое придумывать. Да. Экономят на нервах. Ну? На моих нервах экономят. Они вот эти летние-то тоже. У меня вот у одной палатки эта жена вставляла сама. Уже. Переделывала что-то. Ага. Замок сломался. Ну, не сломалась. Ну, да? Она, да, это, расходиться стала. И она не, она ту не выпарывала молнию, а на нее только мы с большим зубцом взяли, и она это на машинке чик, прострочила. Да здесь так же надо, походу. Прям, прям вдоль вот так взять и да. Прошить. Просто щука вкусная у нас, я не спорю. То есть есть озерная щука, она прям тиной отдает. А вот эта речная, она не отдает тиной. А вот в горных речках там вообще другой вкус. Вот она вообще вот прям. Другая, да? Клюет у него. Подсекай. Ищи. Сидим, разговариваем с Романом за рыбу, за горную. И тут у Дмитрича жесткая прям поклевка. Причем, походу, щука, что ли-то. Не. Сорога. О, крупная. Ничего себе там Сорогина. Классный, да? Вот это да. Ну и сопротивляется тут, да, как щук. Что это, да? Это чебак. Чебачок. Якутский. Ну что, вот такая вот сорожка. Небольшая, так скажем. Слушай, у нас есть что-нибудь для примера? Коробок спичечный там или что? Пачка сигаретная. Давай пачку сигаретную. Ну вот, друзья, вот для примера, вот пачка сигарет. Вот такая вот рыба. На, держи. И вот когда еще жальце у тебя торчит, вообще не берут. Вообще. У нас также карасяк. Роман опять щук начал дубасить. Всех щук вылавливай, правильно, правильно, нечего им тут белую рыбу нашу пугать. Ах ты, а не, сиди. А воблер, видать, вот так вот встает и не может войти. Ах ты, сошла. Сошла, давай. Все. Ну хоть сошла. Ну сама. Ничего хоть страшного. Сама сошла. Сейчас уйдет, сейчас сорога. Хоть пойдет. Сама сошла, но. Главное, что щуку спугнули. Сейчас уже сорожки начнут подходить. Хорошие рыбы. Да, вода, видимо, стоит и все. Клев прекращается. Давай, 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 тащи Дмитричевскую. Дмитрича кто-то клюнул. Опа. Ну, а ты видал, как загнул? Бросай, бросай удочку. Непонятно что-то. Такие кто-то поклевки был? И ничего нету, да? Странно. Угу. Нет, здесь-то что-то было, прям это шло потихоньку. Где, вот здесь? Да. Ну что-то такое прям это, окушок, наверное. Тяжелое, да? Не, наоборот, окушок. А-а-а. Небольшой, наверное. Сегодня я отдыхаю, друзья. Просто отдыхаю на природе. Ну что, я там одного задохлика поймал.
все на этом. Что есть? Роман еще вытащит. Вошла. Большая? Небольшая такая. Ну как небольшая? Большая. Это большая считается, да? Да. Ну такая, средняя, да. Средненькая, да. Ну, хорошая. Подожди, вытаскивай сейчас. Да. Очередная щука мелкая. Сколько там? Килошка? Смотри, крючка нету у одного. Крючок откусила, зараза. Ну, это может отправить, да, еще? Может быть, да. Тогда подсекала. Такая небольшая, небольшая щучка. Да. Ну. А, красавица, да и только. Котлет накрутишь. Сорока, по-моему, на этом взяла. Хотя как окунь идет. Ну, это сорога. Сорога. Сорогин. О, кажется, и мне повезло. Я что-то достоин поймать. Опа, взяла. Ну, по-моему, не бель. А может, бель. Может, окунь. Наконец-таки. Долгожданный окунь. Мы с Романом сегодня весь день прям окуня ждем. Ждем, значит, нету его. Да. Язик попался небольшой. О, небольшой. Да. Ничего себе небольшой. Это уже язик? Да. А, это уже язик. Это еще небольшой язик. Вот такой вот язик, друзья. Хорош, хорош. Сейчас я кувалдой накину. Не шумел вам тут. Да. Шуму, чтоб не создавал. Да. Вот. Отлично. Отлично. Вот это я понимаю. Клевая рыбалка. Да. Такой вот язик. А, конфеты это как этих кушает. Мои пряники там ест. Полный рот пряников набил. Я туда прикормку пряники бросал. Вон. Пожрал. Есть еще один идет. Интересно, кормил в моей лунке, а ловишь в своей. Это у нас уже сороженка. О, хорошая сороженка. Тоже. Рыбу. Дмитрича поклевка. Опа. О, сороженка. Сороженка. Есть такое дело. Дмитрич там снаружи тоже сидит, тоже надубасил щук. Может и сига даже взял. Если сидит, значит сига взял. Что-то взял. Да, друзья, сегодня у нас чоккаяс. Это готовая еда, друзья, напоминаю. Готовое блюдо в фольге. Срок хранения 2 года. Просто разогревается вот в кипятке. Потом мы сейчас просто разогреем нам. Вчера мы с Романом ели свинина. Гуляш, да, по-моему, ели. А, нет, шурпу. Шурпу и свинина была. Сегодня мы едим сосиски с рисом и
Да Дмитрич сейчас разогреем. Свинина с картофелем. Вот. Вчера Роману оставлял, он не поел. Сегодня вот так вот разогреем сейчас. Нам троим. Поедим. Нет? Может, слышно, но делает вид, что не слышит. Я схожу сейчас это. Кушать! Кушать! Сейчас придет, услышал. Развернулся, смотрел. Окуней дубасик сидит. Да? Глаз посадил щучий. Еще за всегда взял, походу, он в сторону откинул. О! Есть! Есть, есть, есть! Есть! Как раз сидели. Стоял, смотрел Дмитрич, и что он там ловит. У самого поклевка произошла. Хороший тоже подъязочек пришел. Вот этот подъязок уже. Мясорог этот подъязок. Забирай подъязок. Ну чё, сколько сигов? Один? Вообще ни одного? А что там ловил, сидел? Щука и два окуня поймал? И одну сорогу, да? Так, то есть одну сорогу, щуку и два окуня Дмитрич поймал сегодня. Снаружи сидел. Холодно, нет, снаружи-то? Тепло. Тепло, говорит. Ну, конечно, а как не тепло-то? Жара. Посмотри-ка на нас. Человек вспотел. Вспотевший. Вот. Роман. Как думаешь, тепло или холодно? Ну, какое холодно, я вот вышел, что я две минуты стоял, замерз. Тепло. Дмитрий час тепло, просидел. Тепло. Тепло, говорит. Один тепло, другой холодно, холодно, не поймешь. Холодно. Не верьте им, не верьте. Холод собачий. Ветер назад, вы сидишь, тепло. Палатки хорошо, комфортно, тепло-то. Ну, палатки споры нет. Угу. А на улице не холодно. Щеки сразу вон там мерзают. Где он уходит, да? Вот такую щучку поймал, отпустил я один раз. Плюнул морду и отпустил. Только забыл сказать, щекуху отправь. Ну все тогда. Надо сразу говорить, чтобы Сигов отправлял. А я что-то затупил. Твой обед. Господи, блядь.
А мы вчера ели свинину, сегодня у нас сосисочка с рисом. С Романом, держи. Твоя. Благодарю. Моя. Ну, а кто смотрит, приятного аппетита. Да, всем, кто смотрит, приятного аппетита. Друзья, заказывайте готовую еду на клевая рыбалка.рф. Также, кто находится в городе Якутске, заказывайте еду, чтобы есть в офисе в обед. Очень дешево. Всего лишь 150 рублей, наверное. Ну и плюс доставка. Открываешь, ложку берешь, ешь. Слав, клюет у тебя. А, бегу. Бегу, как ребят. Раз показывает эхолоты и поклёв. Опа. Есть. Ну, мне поесть не дадут, наверное, сегодня чувствую. Зато мы поедим. Возьми сосиску с сельдью, после картошки. Опа. Есть такое дело. Мы тоже смотрели. Там мы тоже мельком посмотрели, как они там выживали. Ну, убегали. Ну, выжили. Молодцы, что сказать. А 26 человек не выжило, говорят. Ну, он сказал. А что-то в интернете я ничего не нашел. Нет, наверное, не успели просто. На деньги мы забрали, наверное, чужого. Ну, не знаю, он говорит, это мур. Да. Ну. Которые там ходили, не знали, что лед треснул. Да его ветер разломало же. Ну. Как в этом. Ломает, оказывается. Как у нас на первом льду. Здесь вот так раскрошило, говорит. Очень вкусная, зараза вот эта. Очень вкусная, да? О, рекомендуешь, да? Людям. О. Дмитрич дает добро. И мне заказать надо. Да. Кстати, напоминаю, что вот такая готовая еда, друзья, продается на сайте клевая рыбалка.рф. Заказывайте, кто в Якутске повсеместно, во всех магазинах искать нужно. А кто через интернет, ну, заказывайте на клевая рыбалка.рф. Отправка почты России в любой точку России и Якутии. Любой уголок. Любой уголок. Ассортимент очень большой. А у меня насажены, да? Да. Эти пустые мамочки. Насажены. Что-то не клюет. Ну, у тебя тоже клювало, кстати. Ну, две-то вытащили сороги, да? Ну, на твою. Так что две сороги там твои. Заберешь. Пожаришь. Дома пожаришь, что? Я же тебе жарил когда-то. Помнишь? Помнишь, да не помнишь, да уже. Такое не забывай. Это буду я еще всю жизнь помнить, да? Как ты меня однажды сороги накормил. Зараза, скажи. Берешь, покушайте, приятного аппетита. Ну да, сейчас мы тоже поедим. Сейчас успеем. Раз, есть, сейчас. Ящ подошел, 2-килограммовый. Ну все, друзья. Заценил, прям две сосиски было, то есть полторы даже, да, по-моему, и это, рис. С овощами. С овощами, вообще обалденно. Роману понравилось, нет? Да, вкусно очень. Так что, друзья, даем опять добро. О, и рыба клюет. При такой пище, как клевать. Да, при таком обеде такая ж, как не клевать. Грех не плевать. О! Сорогин. Ну я вот сорогу поймал. Что это? Чего-то.
Говори сразу, что... Ясь, если блесну. Из глаза. Ну, щука. Ага, небольшая. Ну, как небольшая, да, хорошая. Щука, ну, молодец, ликвидировал ты ее. Я-то ее тут увидел, она прошла же, видел, да? Лучше пока удочки у меня нет. Лучше пока все не сломало. Нахожи его. Все. Ловите. Наказали, да? Да. Ну, все, отлично. Сейчас будем ловить. Процентов не будет. Стоит это мало сказал. О! Пошла жара. Пошла, дубас пошел. Пошла. Подошли щуки. Нет, что-то это. А, сик, наверное, был, ёл. Иди сюда, рыбка моя. Рыбка моя, я твой. Все зацепляется, да? Да. О, сорока была, оказывается, плотва хорошая. Вот кто нам в охолоте мерещится. Балансиром приманивает он ее. Ну, блесенкой сейчас. А, ну блесенькой, да. Ага. Есть. Пошло есть. Лучше, сразу. Да? Да, прям сразу. Один за одним пошел. Угу. Ну, причем подъязок. Угу. И подъязок, и сороги прям один за одним. Ну, всегда бы так, да? Ну да. Скорую вызывают. Приедет, укол сделает, кардиограмму снимет. Рожка. Да, кто-то идет. О, сегодня я по срокам вообще отрываюсь конкретно. О, хорошая срога. Роман по щукам отрывается, я по срокам. Ой, у Дмитрича тоже поклевочка. Хотя его самого нету. Но снасть работает. Так, на кишочку взяла. Ага. Опять клюет. Поднимай. О! У нас у обоих, прикинь. У тебя и у меня. Вот это да. Жирличный. Этот жирличник, да, это дефицитный, ты что? Ты тут дефицитных ловишь. Это да. Вот этот чёрс пошел. Да? Ага, зазевался. А у меня тут поклевка. Опа! Хорошая плотва. Прям нравится мне плотву ловить. Да? Да, больше, чем щук. Ну такую-то да, такую и приятно ловить. Конечно. Смотри, она ум какая. Такую приятно. Рук клюет тебе. Плотва, что ли, опять? Ага. Че себе? Сегодня день плотвы. Ага. О, Дмитрич клюнул. Ну.
Хорошая. Хорошая. И чувствуется прям это, ну, тяжело идет. Тяжело идет, да? Вот это да. Тут плотва, друзья. Я и заметил, на его почти все идут эти крупные. Клет. А, это просто упал. Она упала просто. У нее там резиновые это. Зина. Все, он ловился где-то с вещами. Замерз, наверное. Да ничего, рыбу дубасим. О, ничего себе рыба на рыбе. А ты что, не поймал там что? Нет. Надо с нами рыбачить. Ну. Если хочешь ловить, надо всегда возле нас ходить. С клевой рыбалкой? Конечно. Она поэтому называется клевой, потому что клюет. Даже Роман знает. А ты столько лет никто не выучил. Не выучил. Вон, ребята, видишь, приехали, им сказали здесь, буритесь. Сказали, нет, рядом будет, да, и уехали. Уехали, и уехали. И уехали, все. Клюет здорово, да? Конечно, чего, здорово. Ну, еще половину выкинули на улицу. Поклевывай, поклевывай. Щук душить. Ага. Клюет, да? Конечно. Ну, ты смотри. Тяжело идет. Ясь. А говоришь, это я. Мне подойдет. Вон ясь. Семь ясем есть. Я говорю, тяжело идет. Под язык. Под язык, да. По якутским меркам. Нет, под язык. Настоящий подъязык. Да, настоящий подъязык. Да, Дмитриевич? Ну, сами настоящие. Это подъязык. Вот у нас был один тут из Коми, по-моему, из Сыктывкара, да? Вот тот язя ловил. Он любил язя ловить. Как его зовут-то, Дмитриевич? Дэн вроде как, да? Денис. Вот Дэн. Тот блогер уже, нет? Просто, да. Рыбак. Просто рыбак. Вот куда не закинет, вот везде ясь. Ясь. Что не закинет, ясь. Есть. Кого-то подсек. Доигралась второго. Доигрался. Язык. Это я и думаю, что что-то кто-то большой. Такой подъязык. Небольшенький. Еще есть там, ребята. Ловите. Поиграйте маленько. Подыгрывайте так. Она же на игру реагирует. И так сойдет. Ну, в принципе, хозяин, Роман, барин. Роман должен наловить. Что там? Мы наловимся. Ну, Роман что-то щук больше сказал любит. Ловить. Да, Роман? Да. Таких приятно потаскать. Его прям потаскать. Щук, говорит, приколол. Таких приятно ловить. Потаскать. Ладно, вниз опускаем-ка зум. О! Роман, давай, дубас пошел у него. Отлично. Отлично, да? Угу. Ну, Дмитрий уже начал всякие эти делать примочки. Вот я не могу понять, почему он мормышку начинает видеть как рыбку, а рыбу не видит как рыбу.
и пошел светить там. Все, вся рыба сейчас. Ну, можешь собирать удочки, Дмитриевич будет сейчас один дубасить. Можно удочки уже собирать. Он вольфрам зарядил. Вольфрамку. Засек я его. Это сорога, кажется. Я думал, под язык опять. О, приплыл кто-то. Тут клюет, да? Да, прям удочку чуть не сломал мою. Угу, меня тоже прям это загнул. Нет. Ну это, видать, твой был. Вот он. Может быть, да. Да, это он явно. О, о, какая сорогина. Где мой? Ну, где ваш, мы не знаем. Наши есть. Наши, ну, может, он еще этот там с магнитиком холод там примагничивает. Конечно, маленький-то ультразвук-то идет. Ничего, да, Дмитрич, мы так посидим. На тебя хоть посмотрим. Да, учитесь, конечно. Ну, порадуемся там. Главное, учитесь, как ловить. Он идет опять ко мне. Смотрите. Ну и клюет сразу, видишь? Вы главное учитесь, смотрите. Мы вот смотрим, так ловить смотрим, надо. Смотрим, да. Может, на свои удочки-то и не смотрим. Хороший тач, да? Подъязок. Подъязок. Как скажут, подъязок. Это язь. Такой подъязок небольшой. Да ты ези еще не видел. Да какая разница? Да не видел. Да не видел. Это не язь, это подъязок. Я вот сейчас жду, когда язь клюнет. Специально у меня богорик вот есть. Вот он для язя. А, ну поэтому я щуку сегодня не вытащил, да? Да, он для язи только был. Для язи, да. А, вот он что. Там наверное, вся проблема была. Ну, хаято огадёк рет. Язи. Сорога. Хорошая. Угу. Меня кто-то идет. Ну, тоже такая неплохая сорога. А у меня еще ничего не идет. Светит, светится. Не надо брискоты светить. Он неправильно светит. Когда светит? Только там трыха надо бить. Во. Максимальную яркость. Во, прям, во, прям вообще сейчас задымится. Смотри, сейчас задымится. Дым пошел. Теперь выключай фонарик, потом смотри. Один вообще не слабый крупный. Как слабый? Может, свет меньше попало. Куда еще сильнее. А он это, двухсторонний, вот этот. Зеленый с белым. Видишь? Mm-hmm. Да, вот ту сторону подсвети и будь такой. Во, во. И вот сейчас одну ставь такую и опускай туда. Вон, они даже светло светятся. Тебе прям сразу на. Светится? Светится. Игорь, можно вон. Это минимум. Накопительный бизнес. Прямо опускай сразу и будет тебе прям счастье сразу. Будешь потом сорогу ловить. Меня вспоминать. Весной будем ловить. Да? Язи прям попрут. Прямо расходу взяла. Ага, дядя он, да, на? О, пошла. Мастика, да? Да.
все время запутываются под эхолотом. Под датчиком. И отдавай кальмара. О, видишь, кальмара не съел. Они оттуда, видишь, здесь вот. Ага, по прямой. Да не так она, не так. Я же вижу, где он плывет, его поднимаю сразу. Она верхом идет иногда, низом. Здесь прикормленный, да, не сюда идет. Прикормленный. А, ну течение туда же идет. Точно. Верхом низом. О, ром хорошего тоже взял такая. Ну, плотва такая. Там и пустится. Там не возьмут, сюда идут, возьмут. Сразу, да? Дальше не идут. Ты же вольфрам-то не поставил же. Кроме этого, светодиодных обеспечений. Я немножко светится. Ну, поперло. Конец-то. Выревел, да? Не, сига-то. А, сильно. Погулю. Хорошие. Да, прям большие только ловят. Угу. Редко, но большие. Большие, да, все крупные. Да. Нам это так. Вот светится вот. Ага. А здесь оранжевый, бесцветный. Да. Ой, ёлка, скрутился. Что я держу-то его? Постоянно закручивает. Два охолота надо, да? А? Чтобы знать, два охолота, откуда это, не откуда это, идут. Шмак мясо насыпить и поставить вот сюда, схватить на настоящую. Ага, есть. Нормальный размерчик, Подъязок. О! Да подожди ты! А не, сорога большая. Полный рот снега. Еще что-то идет как раз. И съел опять кальмара. Сороги плавают, ребята, ловите. Не тормозите. Стайка приплыла. Ну вот такой улов за сегодня. То есть окунь нам Дмитрич подкинул и щучку. Остальное все наше. Вот. Ну и сороги тут, пара сорок тоже электрические. Ну в целом неплохо порыбачили. Такие вот ези огромные. Щуки. Даже вот первая щука, которая никуда не вошла в кадр. Сапог 44 размера. Вот так вот. Сейчас прогреваем снегоход. Замкам хана опять. Это не из-за Рыбкина. Просто сами замки такие. Рекомендую настоятельно производителю менять замки, ставить более крупный зуб. Почему-то на Polar Bear, на Snedir 4 Toulon поставили крупный зуб, а здесь поставили такой мелкий-мелкий зуб. Из-за этого она даже не закрывается, вот, расходятся замки эти. Короче, на наших морозах не выдерживают они. Вот, Polar Bear, учтите это. Имейте это в виду. Минус 50, вас самих бы здесь поселить. Попробуйте показать вот. Я уже сколько борюсь с этим. И замки, и пытаюсь и это пришить, и клапаны. Все, не работает ничего. Время всего 4 часа. Уже темнеет. Ну, думаю, что вам понравилась сегодняшняя рыбалка, дорогие друзья. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте ваши лайки. Напомню, что был сегодня Роман Рыбкин из города Рошаль, Шатурского района, Московской области. Победитель розыгрыша поездки на клевую рыбалку. С нами был Дмитрич. Мы отлично порыбачили, подубасили окуней, щук, сорогу, язя.
все поймали, кроме стега. Участвуйте в розыгрыше, ссылка будет в описании под роликом. И, кстати, не отключайтесь, в продолжении ролика сейчас поедем в поселок. Наверное, там Игоряня нас встретит, что-то опять приготовил, наверное, посмотрим. Хаяларинан тергенде сахабит сири.